О встрече с губернатором работники Владивостокского бутощебеночного завода могли разве что мечтать. После решения суда, на котором предприятию приостановили лицензию на ведение горных работ, ВБЩЗ практически встал. Теперь здесь могли только обрабатывать камень, добытый впрок. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогла встреча с новым главой региона. Андрей Тарасенко побеседовал не только с руководством ВБЩЗ, но и с представителями Департамента природных ресурсов. Задолго до совещания желание пригласить на завод Андрея Тарасенко озвучил управляющий ВБЩЗ Андрей Новиков. Удовольствием пригласим. Нам скрывать нечего. Нам есть чем похвастаться. Наши достижения оценены высоко и на рынке, и наши клиенты убедились в этом и с удовольствием берут нашу продукцию. После встречи с Андреем Тарасенко у работников ВБЩЗ вновь появилась надежда на полноценную работу предприятия. Однако губернатор поставил перед заводом и социальную задачу – обеспечить жителям соседних домов, что на улице Карьерной, комфортные условия. Работа, которая ведется на предприятии, не должна мешать людям. Разница между теми взрывами, которые вы слышали 20 лет назад, и теми, которые... Ну, мощность, конечно, как-то слабее мощность, но все равно почва-то двигается. Все дома на Карьерной построили в конце 70-х, почти через 20 лет после введения в эксплуатацию бутощебеночного завода. Изначально по генплану здесь была промзона и не предполагалось жилого строительства. Однако сегодня в руководстве ВБЩЗ понимают, жители не должны испытывать неудобства от расположенного рядом промышленного предприятия. У нас максимально опасная зона 400 метров. Сейчас она уменьшилась до 300, можно даже 250 сделать. А ближайший вот дом от нашего карьера находится на расстоянии 480 метров. Это макшедерская съемка, замеры все и так далее. Поэтому недовольных, я не знаю. Кому-то, может быть, не устраивает. Однако на встрече с жителями разговор не сколько о техногенном влиянии предприятия. Люди жалуются на недостаточную инфраструктуру. Не хватает детских площадок, нет ливневой канализации. Решению этих вопросов руководство ВБЩЗ пообещали помочь. Кроме того, взяли шефство над улицей Карьерной, а также обязались смонтировать корпус первичного дробления из шумоизоляционного материала для устранения источника шумового воздействия и пыли. И установить дополнительное оборудование типа «Циклон» для увеличения эффективности пылеподавления. Кроме того, еще оказывать помощь там в проведении субботников материалами и прочее, где-то по желанию жителей там безвозмездно предоставлять материалы, которые мы производим. Кроме того, на встрече представители ВБЩЗ дали жителям гарантию, что работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду будут продолжены. Как и 50 лет назад, на заводе считают, производство не должно мешать людям. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.